Привет, друзья, это Ади Муховяз, и сегодня мы работаем для нашей зубастой хищницы щуки. И делаем вот на таком гнутом крючке так называемый бендбэк. Но что-то есть по аналогии с офсетным крючком в этом, но у офсетного крючка очень маленькая площадка, которая очень плохо позволяет работать нам с натуральным мехом. И сделаем классическую уклеечку, белую, с черной спинкой. Соответственно, как ты видишь, мы кладем волокна, сейчас блестящие, и сейчас делаем черную спинку, потом сделаем ей выразительные глазки, и она у нас будет очень красивая и соблазнительная для нашей зубастой хищницы. А если ты первый раз в нашем аккаунте, обязательно подпишись, у нас очень много интересных приманок на хищников.